В столице Поморья освящен корабль. На борт учебного судна «Смольный» вместе с духовенством поднялся митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. После богослужения архипастырь поприветствовал экипаж. На борту «Смольного» сейчас находится 90 курсантов. «Смольный» прибыл в Архангельск из Североморска, где набрал новую смену курсантов Военно-морского политехнического института. В ближайшие месяцы они будут проходить здесь учебную практику, осваивая основы штурманского дела и судовождения. Корабль имеет ряд учебных аудиторий, есть тренажеры, позволяющие отработать практические действия экипажа в борьбе за живучесть судна. Штурманские классы, есть специальные места для обучения специалистов по радиоэлектронике. Владыка благословил образом святителя Николая, командира корабля Павла Мазура. Также всем курсантам были вручены небольшие иконки и молитвословы. После праздничных торжеств для военно-морского флота «Смольный» вернулся в Североморск, чтобы принять еще одну партию курсантов, после чего корабль продолжит поход по плану главного командования ВМФ России. А в декабре этого года вернется в порт приписки, город Кронштадт.